Сейчас вырежу сектор из трубы. Так, всем привет! По заветам дяди Сережи Кузьмина сделали такую печечку. Вот здесь все один в один, как в Кузьминке. Единственное, я не стал делать наклонно, а сделал прямую. Ну, учитывая то, что было сказано о том, что плохо проваливается, ну, сделал прямую, ничего страшного. Вот здесь вот будет идти баллон, вот он нарисован. Ну, как бы не ужасно. А вот внутренняя труба. Это у нас зазор между баллонами. Значит, что у нас тут необычное, что я захотел сделать? Я взял сверло девяточку и просверлил дырки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шесть, восемь, 48. 48 дырок у нас, через которые, как я предполагаю, будет подаваться кислород. Так вот, будет подаваться кислород. Соответственно, эту трубу я не буду обматывать, утеплять. Я на нее одену сверху вот такую трубу. Это труба 159, это 133. Естественно, возникает вопрос, как нам ее правильно центровать. Сначала я приварил восьмерочки гайки, но был небольшой люфт. И потом я уже решил подсчитать, как правильно сделать. Приварил вертикально шестерки. Немножко поработал кувалдочкой над этими шестерками. Вот, вот таким образом. И фактически они стали центрующими под 120 градусов. Вот с этой стороны. Сейчас я покажу тоже. Вот, соответственно, труба одевается. Сейчас я ее одену и продолжу. Итак, у нас внешняя труба одета. Здесь получается равномерный зазор. Ну, зазор где-то 8 миллиметров. Я его сейчас заткну чем-нибудь, чтобы он не мешался. Соответственно, чтобы отсюда не выходил воздух. Вот, и попробую разжечь. Что будет еще сделано? Здесь необходимо утеплять, поэтому здесь будут приварены вертикально гайки восьмерки, на них будет положен лист 4 миллиметра. Здесь точно так же гайки восьмерки, лист 4 миллиметра, и лист будет приварен вот сюда. Соответственно, такой же лист будет идти снизу до зольника. Ну, то есть здесь как бы будет двойной слой, воздушная прослойка, и все будет герметизировано. А вот здесь уже будет узел первичной подачи. Отсюда будет подсасываться воздух. Вот здесь он будет заходить. Здесь будет подача с улицы воздуха. Он будет здесь проходить, проникать туда и закручиваться и затягиваться внутрь райзера. Ну, это пока задумки, конечно. Посмотрим, что получится. Так, ну вот чуть-чуть запустилось. А еще? Еще вон что у нас есть. Потому что труба у нас вырезана эксцентрично. Сейчас попытаюсь показать. Вот так. Наполовину вырезана. Поэтому заходит. Жар немножко идет. Уже поднагрелось чуть-чуть. Вот. Сбок. И здесь у нас идет вот так вот. Давай закроем. Давай. Вот это вот тоже можно все уже закрыть. Пока у нас вот такие супер. Закрыл. Ну да, ну что сосать отсюда должно. Сосать. Воздух сосет отсюда. И сюда он выходит. Вот так вот.
Блин, тут жарко. Пробую сейчас. Пробую сейчас видео снять. Да, глаза уже выжженные все этим дымом. А телефон ничего терпит. Сейчас еще сниму топку. Возможно, вообще, тихо. Возможно, будет видно, как засасывает огонь. Дымить стало. Не надо нам дымить.